Ирина Николаевна, все на местах? Добрый день. Добрый день еще раз тем, кого мы видели наверху. И добрый день тем, кто к нам подошел сейчас. Наверное, сегодня самый волнительный день в жизни наших ребят, потому что 4 года обучения, наверное, прошли недавно, и сегодня они делают первый шаг в самостоятельную жизнь, в профессию, которую они избрали сами. Сегодня они будут защищать свое звание будущего артиста. Так что не судите очень строго, помогайте. А для того, чтобы все это произошло, у нас будет работать государственная аттестационная комиссия. И позвольте мне вам представить. Барменков Евгений Викторович, заслуженный работник России, преподаватель Солнечного. Кирсанов Владимир Иванович, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, преподаватель комиссии по эстраде. Кузнецова Лариса Дмитриевна, заслуженный работник России, председатель комиссии по хореографии. Теплов Игорь Владимирович, заслуженный работник России, председатель комиссии по гимнастике и жонглированию. Новак Ирина Николаевна, заместитель директора научно-воспитательной работы. Новак Роман Григорьевич, заслуженный работник России, заместитель директора по профессиональному обучению. Заслуженная артистка России, заместитель начальника творческого производственного отдела компании «Росгосцирк» Ирина Владимировна Шестова, наш большой друг. Заместитель генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Лидия Ивановна Самойлова. Выпускник училища. Король пародии Александр Песков. Заместитель председателя правления Союза цирковых деятелей России, советник генерального директора компании «Росгосцирк», кандидат искусствоведения Григорий Островский. Заслуженный работник Удмуртской республики, заместитель генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Александр Огурцов. Мне очень приятно сказать вам, что у нас дальний гость сегодня. Директор цирка «Дорато» в Израиле Слава Мусинский. Заслуженный артист России, художественный руководитель театра Московского театра «Иллюзии» Анатолий Николаевич Ляшенко. Еще один гость, директор Государственного Луганского цирка Дмитрий Тимофеевич Касьян. Режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Викторовна Дружинина. С особым удовольствием и с огромной благодарностью, что они сегодня нашли время и посетили нас, и будут вместе с нами работать, народный артист России. Даже не знаю, сколько регалий сказать, но самое важное, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгар Вальтерович Запашный. Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Вальтерович Запашный.
заместитель генерального директора компании «Росгосцирк», продюсер шоу «Королевский цирк», заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе. Заместитель генерального директора компании «Росгосцирк». И так далее пока, да? Олег Геннадьевич Чесноков. И еще с огромным удовольствием и благодарностью объявляю вам заместителя председателя Государственной аттестационной комиссии, заслуженного работника культуры Удмуртской республики, лауреата Государственной премии Удмуртской республики, художественного директора и художественного руководителя Ижевского цирка Дмитрий Евгеньевич Иванов. Ну, самая большая благодарность. Генеральный директор компании «Росгосцирк», председатель Государственной аттестационной комиссии Вадим Черневич Гаглоев. Кого забыла, поднимайте руки. Дорогие друзья, вам приятной работы, вам приятного просмотра. Ребята, вы готовы? Да! Удачи вам! Спасибо.
там открывается, мистерия он цветной, а на пленке на косой, жидовский маме мой, столько лет сокер сухой. Чарли, Чарли, смешно, чудак, ты всегда смотришь что огромный зал. Чарли, Чарли, великий мой, не пробовит даже слово. Я иду прямо.